Спасибо. Все, поздравляем вас. Первые награды всегда самые дорогие и ценные. В преддверии Нового года первоклашки Веры Малыгины стали победителями в конкурсе лучших украшений классной двери. Вместе с родителями они превратили ее в настоящий пряничный домик. Дети помогали, раскрашивали, вырезали тех, что сделали родители. Родители у нас сделали прекрасные ростовые фигуры. Многие мамы сами рисовали. Они сказали: ой, мы так рады, что мы поучаствовали в этом конкурсе, потому что мы, мамы, получили от этого огромное удовольствие. Такие совместные занятия сближают уверенные педагоги, развивают фантазию и, конечно, творческие способности. Вот уже 3 года в 5-й школе перед новогодними праздниками коридоры, классы и двери кабинетов сказочно преображаются. Кто-то оформляет в виде сказок, кто-то оформляет в виде сказочных героев, ну а кто-то, например, вот как мы, это именно, если вы заметили, это паровоз из Ромашково, да, это детство, самое настоящее детство, ну и символическое, мы идем в дальнейшем именно с этими чудесами, с волшебством дальше по школе. Здесь можно встретиться с Щелкунчиком, подружиться с Чебурашкой и белым медведем Умкой. А уж драконов в этом году в 5-й школе поселилось видимо-невидимо, на любой вкус, цвет и размер. Так как этот год, год дракона, мы решили взять идею из мультика и нарисовали дракона. Мы остались после урока в школе и вместе с моей одноклассницей нарисовали. В творческом конкурсе приняли участие и старшеклассники. Справились, конечно, без помощи родителей. А вот наградам и сладким подаркам все обрадовались одинаково искренне. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».